Всем привет, ребят! Ну что, продолжаем тесты, продолжаем трэш. Сегодня мы будем тестировать наконец-то новый талант. Я его уже выбил еще вчера, ну так и не тестировал. Поставил я его на Зефира для того, чтобы можно было больше потестить. И с одной стороны пожалел, потому что лучше бы поставил на Фрей, на ней бы более лучше было видно блокировку. В общем, новый талант у нас называется, там его называли тихое укрытие. Вот так вот. Свойство таланта, ну, такое, я бы не сказал, что он прям мега-мега топовый. На 9 уровне 58% дефа героя дает. Ну, в принципе, как каменка где-то. Также блокирует на 2, точнее, 2 цели на 4 секунды, кулдаун 7. При дальнейшей прокачке увеличивается только броня. Давайте даже сейчас посмотрим отсюда. Вот отсюда лучше будет. Первый левел, как видите, 8. Одна цель 2 секунды. Со второго уже 2 цели. Не, одна цель на 2 секунды, 13%. Так, одна цель на 3 секунды, четверка, 23, одна цель, пятерка, шестерка, семерка, и только восьмерка дает 2 цели блокировки. По сути, надо только восьмерку, потому что это максимум 48%, 4 секунды, кулдаун 3. Ну, такое, тут у нас на десятке максимум это 72-4 секунды блокировка. Поехали, посмотрим, как оно выглядит, и заодно сейчас посмотрим на нового питомца. Я его тоже уже получил. Вот он, летучая мышь. Сейчас единственное, мы там его еще подкачаем. Кстати, ее можно выловить с фиолетовых яиц. Это недонатный питомец. Сколько было написано, значит, он должен падать отсюда. Посмотрим. Но пока, к сожалению, не упал. Так, сейчас я вам скажу за умение питомца. Посмотрим, как он выглядит. Что-то какой-то очень маленький пэт. Тоже летающий тыква с языком. Ну, не знаю, прикольно, конечно, сделали. Анимашка питомца прикольная. Так, что может наш питомец? Восстанавливает здоровье атаки питомца находящимся рядом юнитом, увеличивает атаку и скорость атаки. Посмотрим, как это будет действие выглядеть. Сейчас давайте мы немножко его подкачаем. Я уже даже забыл, куда заходить. Так, вот он у нас. Такс, такс, такс. Поехали. Ну, плюс один лавел сделали. Ну, так вот он выглядит. Не знаю. Посмотрим, посмотрим. А что с ним будет? Будет ли нужен он вообще с такими умениями? Ну, пока, честно говоря, я не думаю, что он где-то будет особо мега вау и нужен. Так, окей, поехали, посмотрим. Вот такой вот у меня зефир, такая вот сборочка. Единственное, мы уберем отсюда воодушку, поставим сюда маскировку, чтобы если вдруг пропадал, заодно и посмотрим на питомца, чем он там может и кому он что восстанавливает. Так, смотрим. Вот питомец ударил. Я вот что-то, честно говоря, вы наблюдаете блокировку. Кулдаун очень большой. А, вот есть блочка прошла. Так, одна секунда увидел. Сейчас посмотрим на огнике, будет хорошо видно.
там еще июнь. Ни хрена толком не вижу. Вот было, он уже снимает, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, есть блокировка, видно блокировку. Надо было на Фрею ставить, на Фрею было бы более интересно и видно, потому что здесь куча спецэффектов. Так, давайте еще разок. Где-то на кого-то попроще попробуем напасть. Зефир еще имеет свойство, он убивает сразу. Вот тыковка, видите, как срабатывает? Прикольненько, мне понравилось. Блин, прикольно так срабатывает, классно сделали скилл. Но судя по всему, если срабатывает на героях, то значит героям. Питомцам первое, а второе героям дает. Какой-то плюс 2000 был отхил. Непонятный. Ну вот есть молчанка, проходит. Видно молчанка на этих, на голубях. Отображается. Ну, сейчас заодно и посмотрим, на них будет хорошо видно. Они тоже блочатся. Вот 4 секунды, 2 штучки. 3. И сейчас опять должен включиться. Вот еще опять молчанка. Ну, что я могу сказать? Не знаю. Вот реально не знаю. По поводу этого таланта. Кулдаун 7 секунд. И деф, возможно, в принципе, на кого-то можно будет и поставить на по локации, может и поможет. Но молчанка снимается, в принципе, очень легко, тем же самым Рудольфом, ворожаем, то есть очень много всего есть. А вот питомец интересный. Посмотрите, как работает его умение. Ну вот, прошла блочка. Вот видите, блокирует. Ну, блокирует довольно-таки неплохо. Интересно. Интересная тема, честно говоря. 4 секунды, как-никак. Там, наверное, Рудольфик был на этом. На огнике. Но все равно огник слил. То есть, как видите, такое. По сути, ему-то и не надо ставить, и Фрей не надо ставить, потому что у таланта деф, который никак не будет влиять на их ограничения. Это я так чисто ради интереса, потому что они дольше всего живут. То есть надо ставить, можно ставить тем, у кого у вас там стоит каменка, дефные варианты. То есть тут дополнительная блокировка на 4 секунды. Ну, кулдаун очень большой. 7 секунд, то есть 3 секунды, ну, как вспомогательные, чисто для PvP локаций. Возможно, да, надо будет потестить, но лучше, мне кажется, это будет выглядеть эмблемами. Эмблемы выйдут, и тогда это будет реально кайф. Основным талантом, не знаю, я бы, наверное, не ставил. А вот по поводу питомца... Атаку и скорость атаки... Он у нас тут и так с маскировкой. Но вот скорее всего, что если выкидывает на этого, то скорее всего дает. Давайте наймем юнитов на героя. Это интересно. Интересно будет посмотреть, какие у него там статы. Давайте попробуем какую-то волну пройти. Пока волну, кстати, давайте посмотрим. А, уже ребята есть некоторые, К2 прошли, красавчики. Там на К3, наверное, еще веселее. Цирки, конечно. Это до сих пор вот в топе есть.
Короче, это веселая волна. Давайте попроще волну, какую-то возьмем, волну Т, например. Я хочу посмотреть, как питомец будет сейчас работать. А, вот, видите, дает. Видно, юнитам дает баф. То есть он не только юнитам, он и героям, походу, дает. Только маловато, что-то 2 юнита. Печально. Ну, по новому таланту не знаю. Пока я не вижу там прям мега-мега имбовости в нем. Так как он не дает там мега много дефа, но лучше однозначно, чем каменка на PvP локации. В принципе, как вариант, он будет тоже неплох. Так, а ну-ка, 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 сейчас пусть юнита ушатают. Да, видите, он дает и юнитам, но целей не так уж и много. Надо будет левел прокачать, может будет побольше. Неизвестно, сколько он там восстанавливает. Сейчас посмотрим по скиллу на втором умении. Но срабатывает он все время. То есть ему, я смотрю, не атакует, не атакует. То есть он срабатывает по времени точно так же, как и цеп. В принципе, это неплохо. По кулдауну просто бьет. Ну и все. А вот новый герой реально обалденный. Бездонатный. Так, они пошли на него. Видите, туда не достает, то есть зона действия рядом. Ну, неплохой питомец. Сейчас посмотрим, что там по статкам получается. Так, все пошли через верх. Заодно и глянем, как он с ними справится или не справится. Смотрите, что чудит. Блин, нереально крутой герой. Единственное, что юниты. Ну, посмотрите, как он с драконами фигачит их. Просто божественный герой, как по мне. Для бездона вообще самое то. Ну, дальше юнита он будет очень долго долбить. А так реально крутой гер. Так, поехали посмотрим еще по статам. Томца, что он дает. Так, что у нас получается? Две цели все-таки, да, не так уж и много, но в принципе его можно ставить на деф. Можно пробовать на деф. 23%, кулдаун 6 секунд. Я вам скажу, довольно-таки неплохо. Посмотрим потом в итоге, что будет. На русском сервере будет лучше перевод, и можно будет больше, думаю, прокачать, либо на английском. Но неплохо. По поводу вот этого вот товарища с этим талантом, ну, талант, не знаю, не настолько, мне кажется, имбовый, каким хотелось бы его видеть, но вполне очень даже ничего. Для PvP локаций, для фарма, ну не знаю, в принципе и для фарма неплохо будет, он будет блокировать, но кулдаун 7 секунд, это дофига. То есть на PvP локации, как вариант, сразу же блочки 4 секунды, это довольно-таки, я вам скажу, неплохо. Но есть питомцы, есть герои, которые это будут снимать, и по сути оно ничего не даст. То есть, ну, эмблема, это будет интересно. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.